Итак, друзья, всем привет! С вами Алексей. Приветствую вас на канале по заработку на криптовалюте. Сегодня будем говорить о проекте. Сегодня такое не самое обычное видео, потому что будем говорить о Минтклабе, об этом токене. Я часто у себя писал в канале, что он вырос, и мы его получали бесплатно, но проект меня заинтересовал, потому что ну, я уже не раз вытянул прибыль с него, и дальше остаюсь холдером монеты, и сегодня я хотел рассказать подробнее о проекте, о своих мыслях, возможно, о ретродропе. Сейчас все должны это послушать и досмотреть до конца, поставить лайк в данный момент, потому что я как бы мне кажется, что все-таки есть перспективы в данного проекта. Что такое Mint Club в целом? Это площадка. Ссылка будет, кстати, в описании. Тут есть даже рефералка. И я сейчас вам расскажу, как тут что работает. Я сегодня тут создал свой токен. Это платформа для запуска смарт-токенов, как они говорят. И, в принципе, вам нужно привязать кошелек, ну, зарегистрироваться, возможно, уже не помню, как я тут регистрировался, потому что было давно, было еще летом. Я думаю, что буду добирать этот проект еще и на просадках, потому что мне очень он понравился. Сейчас обсудим новости касательно проекта и почему я о нем решил сделать ролик. Значит, есть тут такая услуга, как создать токен. То есть вы тут есть токен name, токен символ, да, supply, сколько его создать, и, собственно, можно потом принять галочки, зарегистрировать его, оплатить покупку этого токена, что я и сделал в токенах Mint, вы можете другой криптой. Сейчас я расскажу, зачем мы это делаем. Я считаю, что Mint Club вполне может сделать ретро-дроп для своих, так сказать, пользователей, которые будут пользоваться площадкой и создавать токен. Всего-то сейчас создано на этой площадке, если я не ошибаюсь, 1000, там 100 токенов где-то примерно. Сейчас мы это разберем. В общем, вы тут создаете, оплачиваете, вы выкупаете токены из циркулейта. То есть вот вы запускаете токен, которого вы готовы заплатить количество. Токен там оценивается изначально, по-моему, в 5 центов, что-то такое. Каждый ваш, который вы создали у меня вот на, по-моему, там миллион токенов или что-то такое, общий supply. Я сейчас вам скажу. Вот, Bigfoot токен я создал. И, ну, это total supply есть. Вот контракт. А, не пишет тут, но пишет на страничке. Сейчас мы это разберем. А, вот, макс коллатераль 500 миллионов, но я не понимаю, макс коллатераль это максимально сколько может стоить, типа 500 миллиардов токена Mint, и максимальный supply миллион токенов, и я вот купил 800 за 20 долларов, но я этот токен создал, являюсь его создателем. Сейчас мы вот так посидим на сайте, а, 1000 вот этих вот, я в первую очередь хочу сказать, что за последние дни неплохо он так подрос и радует, потому что мы холдеры этого токена, кто забирал дроп. И если посмотрим на общий график, да, то тут какие-то лютые уже иксы идут, просто лютые. Поэтому мне этот проект очень интересен стал. Я начал разбираться, почему он растет, и решил сделать вот такой ролик. Предположил, что может быть ретро-дроп. И вот тут есть токены, которые вы запускаете. То есть я вот сейчас, кстати, посмотрим, есть ли у меня. Так, не нахожу я свой токен. Так, тут можно отсортировать. Ну, то есть токены, которые тут показываются, я так понимаю, это разные созданные токены. Возможно, какой-то скам, типа, вот это, я не знаю, фейки это или нет. Полигониум тут, вот, видите, и видим, что максимальный supply тут есть 2 цента он стоит, но это я думаю, что я не знаю, настоящий это полигон или нет. Ну, в общем, я советую все-таки обращать внимание на то, что вы тут вообще делаете на сайте. Я думаю, что возможно они сами их добавляют. Ну и вот у меня появилось, что тоже есть токен, и тут можно почитать подробную информацию касательно того, как это работает. Но, в принципе, я разобрался. У меня теперь в Explorer, то есть, есть мой токен. Я вот сейчас, если введу
BGOO, мой токен. Я зайду, и я могу тут менять описание, ставить ссылки на каналы, делать анонсы токена. Типа могу писать новости касательно того. Вот видите, могу купить, продать. Кстати, продать, оно привязано к курсу самого Минта. И вот эти токены, которые у меня вот есть, 801, вот, я за $20 создавал, Минт подорожал, и видим, что я могу продать уже дороже, то есть они привязаны к стоимости Минта, видим, что можно, я могу вот купить прям на все Минты свои, ну, на все свои токены, вот свой токен, и он будет привязан также, я не знаю, как будет меняться стоимость, но опять же, что я вам советую? Я советую вам создать просто токен, выкупить его, я на $20, это такой небольшой стандарт, вот, и создать свой токен, несомненно, не является финансовой рекомендацией, но я так предполагаю, я создал вот на $20 и заплатил. Я считаю, что возможно будет, исходя из их циркулейта и общей эмиссии, да, что еще не все выпущено, 81%, вполне возможен ретро-дроп. И видим, что вы получаете, когда покупают на 0,3% и когда продают на 1,3%. То есть Mint Club еще и приятная реферальная система. Буду рад, если зарегистрируетесь по моей ссылке, мне будет приятно. Но в целом не для рефералки это делал. Даже потом уже вспомнил, что тут есть рефералка, когда уже делал обзор. Собственно, мне тут интересен вот именно ретро-дроп. Потому что как бы токен растет, система растет, видим, ТВЛ растет, не было еще листингов, интересные новости. Mint Club присоединился к программе инкубации Binance, то есть тут написано, что в этом разделе мы продвигаем больше проектов, которые создать свою собственную интерфейс с использованием протокола Mint Club, то есть их еще и, как я понимаю, потихонечку пиарит Binance Labs, что тоже, да, немаловажно. И видим, что они вот сезон 3 официально стартовал, и вот они там проектов набрали, которыми будут заниматься, и помогают их продвигать. Поэтому партнериться с Binance, я думаю, что весомая причина на то, чтобы обратить внимание, я не стал бы его покупать с рынка, да. Ну, на каких-то, возможно, просадках я бы покупал, вот когда весь рынок откатывается, я бы его покупал. Конечно, я уже в прибыли нафиксировал, поэтому могу себе позволить его там докупить. Посмотрим, как это все будет. В любом случае, вот такая вот сегодня информация. Жмакните лайк, если она оказалась полезной, потому что, ну, согласитесь, ретродропы получать приятно, а попробовать таким образом, тем более, вы можете создать действительно свой токен, это будет для вас опыт. Ну, конечно, не для какого-то скама, да, а действительно, если вам нужно там токенизировать что-то, очень удобный сайт. Поэтому ссылки будут находиться в описании. Спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нашу телегу, на Инстаграм. Все ссылки будут в описании. Спасибо за просмотр. Всем хорошего заработка. Надеемся на ретродроп. И всем пока.